Здорово, мужики. У нас первый такой легкий заморозок. Минус 5. Лужи замерзли. Все белое. Вот приехал на расцветку. Недели две, наверное, как у нас ушли чижи. А я вот только собрался. Чижа надо на зиму поймать. Товарищ попросил. Вот. Красота. Лист облетел. Все уже голое, березы, ивы голые, клены голые, тополя уж вообще давным-давно все облетело. Вот такие дела. Так что у нас уже предзимье или глубокая осень, не знаю как точнее. Ну вот вокруг меня видно, белое все, все замерзло. Такие дела. Так что сижу и жду чижика. Вот думаю, остались они у нас хоть чуть-чуть или не остались. Ну, сегодня посмотрим. Такие дела. Что поймаю, покажу. Давайте, братва. Оп. Первый улов. Два щеголика. Вон какие. Ну, тихо. Вот такие щеголики. Ну вот один из них. Вот такой. Хвост. Ну почти шестерик. Тут по 2,5. Резкость. Вот так. Вот какой красавец. Прям красотун. Замечательный щегол. Вон они везде курлыкают. Вот тачок у меня тут сделан. Елка с гнездышком. Он там сидит. Вот так и ловлю. Такая красота сегодня. Все, ждем следующего. Да чё ж красиво. Полоса от самолета. Ну пойдем посмотрим, что у нас там попалось. Ну тут целый набор. Чечет. Щегленок. Вон еще где-то щеглы. Вот еще такая чечеточка. Еще щегленок, зеленушка, и еще щегленок. Ну сейчас посмотрим. Ну видали какой, как весенний риполов, надхвостье так красное, такой замечательный чечет. Ну вот зеленушек. В прошлую зиму держал зеленушку. Пела у меня. Много пела. Ну, в общем. Ну, основной пролет-то у нас весь уже прошел. Уже даже чиж ушел. Больше всего чечетки. Чечетки прям кишат. Клёстика немного. Ну и щеглы летают. Зеленушек чуть-чуть. Так, всего помаленьку. Зимняя уже такая ловля. Вот еще щеголик прилетел. Серячок. Сейчас. Выглянуло солнце. Все заблестело. На горе храм. Кресты прям огнем горят. Щегол прилетел. Сколько их там? Двое. А, там чечетки. Щегол. Два щегла и две чечетки. Ну, сейчас посмотрим. Может спуститься.
Кто-то уже попался, там один. Ждем остальных. Ну вот что тут. Щегол улетел. А чечетки все на воду. Серенькая. Тоже серенькая. Вот розовый чечеточек. Ну, сейчас всех выпущу. Вот такие крошки. Картошки. Вот такой еще трофей попался. Четверик. Серячок. Вот, говорю, год. Листа богатый. Вон прилетел стая. 6 штук. 4 красных, 2 серых. И щегол вон там на краю сидит еще. Напротив тачка моего. Ну вот еще маленькая кучка щеголов подошла. 5 штучек. И все разом скинулись. Один только отлетел. 4 попались. Ну все серенькие. Да, все вон. Вон какие. Облезлыши. Ничего интересного. Сейчас. Все на волю. Вот, мужики, сижу. У меня засидка. Ну, в дереве здесь такая ольха густая. Вот здесь вот у меня над головой сейчас село клестов. Штук 15, наверное. Блин. Шугнуть не могу. Вон это вот макушки суетятся. Ну тут высота дерева, наверное, 10 метров всего. Сейчас шугну их как-нибудь. Полетели. Вот вся эта стая в итоге. Вон они. И на соседнем дереве плавинка. Ну все, полетели. Клеста много в этом году. О, опять чечетки. Ну, в общем, мужики, чижа я так и не дождался сегодня. Один где-то пропищал вдалеке стороной, но мой манный до него не доорался. Так, все утро серые щеглы. Клесты тусят. Чечеток валом. Вот такое утро. Видите, какое небо красивое. Ну, погода зимняя такая. Что, минус, все хрустит. Трава хрустит, все замерзло. Чай напился, воздухом надышался. Птицу в руках подержал. Выходной удался. Так что вот, мужики, на сегодня все. Всем пока. Счастливо.